Здорово всем, я Валусия, и как в прошлом видео, плаки-плаки, вот это вот видео, которое я сейчас вам показываю, получилась идеальная анимация головы. Сегодня покажу тутор на уши там, на голову обязательно. Начнем. Мы сейчас должны взять голову, и я вам сейчас дальше все объясню. Так, берем голову, вот она наша голова. Я сделаю немного поменьше, чтобы что-то все помещалось. Ушей у меня нет, придется рисовать. Подождите, пожалуйста. Короче, пока вы послушали музыку, я никакую для вас не нашла. Я сейчас беру одно ухо и сохраняю. Сейчас сохраню. Вот еще одно сохраню. Переходим в Alight. Подбираем наше ухо, засовываем его сюда. Сейчас я вам все буду объяснять хорошенько. Вот те, кто ничего не понимает, это ваши проблемы, честно говорю. Потому что вы сами не шарите, сама научилась этому всему. Ставим, где вот эти вот стрелочки 4, и переводим наискосок на любую сторону, какую хотите. И повторяем все так же, как и я. Еще нужно в середину, в другую сторону наискосок там. Типа, должно быть такой же треугольник. Я немного удлиню, чтобы все как-то было нормально. Вот. Лысик. Сейчас удлиним уши. Удлиняем. Вот у нас типа так получилось. Теперь мы нажимаем на голову и переводим на такую типа штуку, которую нужно поворачивать в разные стороны. Когда в одну сторону, мы должны в такую же сторону повернуть. Середина должна смотреть на вас. Вот так вот, типа. Да, блин. Теперь в другую сторону так вот. На середину вот так вот. В другую сторону вот так вот. Ну, короче, подождите процесс. Кусая, комар, угасая, пи-ая. Не скучно. У нас типа вот так вот получилось. Вот теперь мы приступаем к ушам. Голову можете себе оставить, убросить это видео, но мне хочется, чтобы вы его досмотрели. Ухо мы так типа ворачиваем по гравитации, а потом только мы будем его присаживать. В середину так. Вот так. Ну типа, чтобы была гравитация. Ну, типа вот так, вот так. Я не знаю, как объяснить. Но вы знаете же слово гравитация. Короче, повторяйте за мной, если вы не понимаете полностью. Короче, у меня сейчас 3%. Сейчас заряжу. Ставим ухо вот так вот. Мы должны там пересаживать уши, чтобы они были в голове. И также сейчас будет со вторым ухом. У нас очень красиво, кстати, получается.
Я добавлю челку, потому что лысая башка никому не нравится. Челка у меня старая, пипец. У меня вовчу есть парадайз. Делайте так же со вторым ухом. Конечно, я сейчас не в приложении озвучиваю, а озвучиваю в CapCut, так что я могу делать все, что угодно тут. Уходим так. Подождите, пожалуйста, процесс. Я теперь делаю с челкой. Так. Продолжаем. Тут вообще не важно сначала поворачивать, а потом перемещать. Потому что челка, она как бы легкая. У меня тут одна была ошибка. Я взяла вот такую штуку, типа шарик, которая там стоит, перевела на другую, не знаю, в какое-то другое место. Вот так вот, типа. Вот так вот. И у меня поэтому произошли такие ошибки. Но у вас должно быть все получиться, потому что я говорю полностью правильно. Короче, ребят, у нас сейчас пипец. Начался сильный ветер, и он обосрался. И у нас вот эти вот штуки валяются. Короче, я поэтому остановила запись экрана. Тут просто полный пипец. Продолжаем. Короче, мы уже подходим к концу. Сейчас осталось ровно 49 секунд. Ну, 50 секунд, то есть. Уже как бы вы все уже знаете. Если у вас бывают кадры, где вот какая-то часть тела летает, то можете нажать вот этот вот кристаллик и типа подправить и засунуть его в обратное место. Это клично делаю очень много раз. Вот как сейчас. Вот. А, нет. А, да, вот так. Короче, можно вот так вот типа либо вот этой штукой скрыть, либо стрелками. Короче, осталось 5 секунд. Всем пока!